Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проводить игру под названием Assassin's Creed Chronology с Чайном. Как вы помните, мы были в порте, после чего мы убили одного из тигров, и на нас начали охоту вести. Вот этого вот мы парнишку убили. Португальские моряки. Португалия, одна из первых стран в Европе, стала колониальной империей. Знаменитые мореплаватели, такие как, например, Васко да Гама, путешествовал по всему миру, чтобы привезти на родные чужеземные сокровища. В 1513 году Жорж Альвареш впервые достиг берега в Китае и основал здесь порт Макао. С тех пор португальские суда часто заходят в Макао, и вскоре портовый город стал частью империи. Руководство. Нас научили еще убийству в подкате и в прыжке. Ну, в прыжке я в основном, наверное, буду использовать, чем в подкате. Так. Осколки анимуса настолько. Улучшение. Увеличен запас шумовых дротиков 6.30. А, то есть если я за это время пройду... Так, стоп, тогда мне нужно сразу будет позапоминать, где что находится. Так, чё ты не взял? На помощь! Кто-нибудь! Отгоните отсюда огонь! Так, ну я тем челикам никак не помогу по факту. Я только могу забрать и съебаться. Так. Окей, пока все успеваю. Наша цель просто бежать. И все, просто бежим. Шесть минут. Ну, спрыгни. За 6 минут. Санта Мария, спаси меня, прошу!
Лоб. В смысле? Да быстрее лезть. Боже, спаси нас! В смысле? Как ее убивает огонь? Давай, 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 давай. Не туда. Не туда, сука. У меня уже 6 минут. Не успевать за 6 минут, начинай заново. Ага, я понял. Мы все умрем. Все, до свидос. Мне не важно, драться с вами, не драться. Мне это не важно, мне просто убежать. Так, хорошо. Слишком долго. А, мне сюда. Почему он не может просто между ними пробежать этими палками? Тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык. Вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. Побежали нахер отсюда. Все, я спасся, да? А теперь вопрос, успел ли я по времени. Но это слишком долго было. Мое время за 6:15. Так я еще и успел. А, там за 6:30. Только я не собрал все кусочки. Да. Да лампа срать. Сестра, ты не виновата в том, что случилось в Макао. Порт сжег тигр Цюцзюй. Он известен своей жестокостью. Мы называем его демоном. Я знаю, но мы стали причиной этого безумия. Мы и моя жажда мести. Я предупреждал тебя об этом, Шао Цзюнь.
Я знаю, что твое желание отомстить не расходится с целями братства, но нельзя думать только о мести. Магистр Эцио сказал мне то же самое. Он мудрец, без сомнения. В отличие от нашей следующей цели. Вэй Биня. Змей. Тот, кто уничтожил наше братство. Правая рука Джань Юна. Да. Вэй Бинь приведет нас к нему. Но риск очень велик. Они знают, на что мы способны. Им нужна шкатулка и секреты, которые она хранит. К Вэй Биню ты пойдешь одна. Я знаю человека, который, возможно, поможет нам. Хорошо, учитель. Я отыщу тебя, когда убью Вэй Биня, и узнаю, где Джань Юн. Поиски. 1529 год. Наньянь. Шао Цзинь отыскала следующую цель. Она отправилась в Наньянь, чтобы убить Вэй Биня. Этот тигр скрывается в своей крепости, и Шао Цзинь придется пробраться мимо тамплиеров, наводившись улицы города. Окей, очко. Зажгите 5 свечей в честь павших братьев. Вон, типа, чем больше очков, тем, типа, улучшение открывается. Все, я увидел. Так, ну что, давайте тогда, я думаю, прочитаем базу анимуса, что нам тай дается, и закончим. Наньянь. Наньянь — город южных частей провинции Фуцзянь. Бывший одним из культурных и экономических центров страны. Наньянь нельзя было назвать полноценным городом, скорее же, это было скопление поселений, деревень и фермерских угодий. Здесь жили многие известные люди, и находилось множество достопримечательностей. Так, в древне Шутои располагался мост Ампин, один из самых длинных мостов в мире. Другое известное место в Наньяне – деревня Кандянь. Здесь похоронен национальный герой Китая – Чэнь Чэнгун. Ну что, в принципе, тогда мы на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока!